Ніно, я впевнена, що за весь цей час ти дуже звикла до своїх хлопців. Зізнайся, що було найважчим у роботі з дівчатами? І кого ми побачимо зараз? Знаєте, що я б сказала, що навіть було легко, тому що спілкування з джентльменом є там такою грані, яку потрібно знати, не підходити так близько, щоб не об'єднати, тому що з мужиками треба бути осторожним, щоб вони завжди любили тебе, в кінці кінців. Але з дівчатами було приємно спілкуватися, тому що можна сказати так, щоб вони до глибини душі зрозуміли тебе. Можна не повторятися, що те, що ти говориш, але можна його почувствувати, как чувствует твоя душа. И композиция, с которой мы тронули и хотели, я хотела делиться следующей исполнительницей, это как бы сердце, и мы всегда, говорили о том, что нужно включить сердце этой песни, нужно показать свое сердце, нужно, как-то показать еще более внутренней своей стороны. Я думаю, что у нас есть возможность послушать и почувствовать, и посмотрим, как это будет, как это будет выглядеть, и как, что мы от этого почувствуем. И на сцене встречайте, пожалуйста, Олеся Матакова. Леся — тот человек, с которым не соскучишься никогда. Их можно спокойно поменять местами. И вот Лесе дать 14, а можно даже 12, потому что у нас всегда какая-то шапка на голове с зайцем. У нас всегда телефон и селфи, потому что Леся сидит перед зеркалом и выкладывает в Инстаграм кучу всяких фотографий. Но больше всего она надеется, что кто-то увидит вот ту очень-очень ранимую душу олененка Бэмби, которая нуждается в том, чтобы его защищали, его берегли и понимали. Это похоже на историю, которую ты 100 раз рассказывала, и ты рассказывала все наизусть без чувств. Мне это не интересно вообще. Это правда очень сложно. То, что она просит, а просит она как бы немало. То, чего она в себе боится, вот эта ранимость и слезы, они находятся очень близко к тому, чтобы это увидели другие. Я просто хочу вот это все, что вот накопилось, да, те моменты, которые еще, да, вот так немножко царапают, вот взять и этой песне дать понять, что это, ну, в прошлом. Научись не экономить себя. Угу. Это не страшно. Даже умирать на сцене не страшно. Музыка — это язык Бога. Ты всегда помни об этом. Олеся Матакова. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
just want to hide, but it's you to meet. You know so how to say goodbye when it comes to things. Олеся Матакова на сцені шоу «Х-фактор». Олесечка, пропоную одразу запитати твого постійного наставника, як йому Олеся під керівництвом Ніно? Кое в чому признатися. А за весь той період твого присутствия здесь, на цьому шоу, ты ни разу своим выступлением не вызывал у меня никаких чувств. Только когда проходило, у меня было облегчение. До этого момента. Облегчение – это хорошее чувство. До этого момента. И я дико благодарен идее X-Factor поменять местами наставников и кому-то вручить другую категорию. И это супер круто, что у тебя случилось в твоей жизни, Нино, потому что я бы никогда в жизни не достал из тебя и не смог бы. Просто я не представляю, у меня нет ни опыта, ни понимания, ничего, ни той музыкальности, которая есть у великого человека, который сидит справа от меня. И сделал это. Сделал это с тобой. Это было потрясающе. Я просто благодарю тебя, Нино. Ой, мой дорогой. Спасибо тебе большое. Я еще раз... сразу же для всех снобов и всех остальных, кто смотрит X-Factor, думает, что там были погрешности вокальные, там было что-то не то, что-то было... Я сейчас не обращаю внимания на вокал. Честно, я дал себе вот сегодня задание не обращать внимания на вокал. Пусть он останется в стороне. Мы же знаем, как вы поете. Всем свойственно ошибаться, даже профессионалам. Но вот... Это для Кубы специально. Да! Это было круто. Молодец. Дякую. Спасибо. Яскраво. Сергію. Не пойму, почему Ваню так возбудила эта песня. Песня на самом деле очень грустная. Это память о человеке, которого уже нет, боль об ушедшем, ему близком человеке. А вот. И, а тут прям какие-то страсти, мордасти, как будто футбольный матч шел. Господи. Все было, Олесенька, очень мягко, лирично, кантиленно, элегично. Конечно, ты пела очень красиво.
голос звучал совершенно прелестно, ты передавала настроение песни, ее содержание, все это было. Может быть, мне бы хотелось большей динамики в голосе, большей вокальной подачи в кульминации песни, более эмоционально это преподнести, с большей страстью и с большей болью, актерской болью. Добавить актерской краски какой-то. В вокале не было никаких серьезных, во всяком случае, погрешностей, об этом не может быть и речи. Лирично, красиво, спасибо. Мне кажется, в целом номер, безусловно, удался. И Нино выбрала подходящую композицию для тебя. Спасибо, Нино. Спасибо, Марина. Дякую, Игоре. Ну, у мене завдання складніше, ніж у Івана Дорна. Я абстрагуюсь не лише від вокала, а від учасників сьогодні. Диви, насправді я згадав, що це улюблена пісня Сергія того, який Серьоги. І судячи з того, що мої всі вилетіли, Серега був моїм кучерявим накачаним талісманом. А щодо пісні? Сказали би, я б одяг парик, накачався. Так куди тобі качатись 3 роки до Сереги? І це ще кожен день. Дивись, реально не вистачило потужності, мощності, на мій погляд, да? Не вистачило яскравості якоїсь в забарвленні. Але я тобі хочу сказати, що а сьогодні... А нужна ли вона здесь? Секундочку. Для мене нужна. У кожного своя біль. У кожного своя Крістіна Агілера. Насправді, мені ж треба зробити сьогодні неупереджено, відсторонено вибір серед учасників, яких я бачу. І я тобі хочу сказати, що з вашої категорії ти більш гідна учасниця наступної програми. Таке моє враження. Хоча ми ще не слухали другу пісню Лєри. Давайте ще послухаємо. Молодець, подобалося. Дякую. Ніно. Как бы мне не хотелось что-то искать, какой-то, с каким сторонам не подходило. И я получила много комплиментов, любви благодаря тебя. И хотелось бы, знаете, что сказать, что вот в данный момент действительно, вот если мы будем учитывать характер голоса исполнителей Олеся, если мы будем, исходя из этого, почувствовать ту песню, которую она пела изумительно, очень четко, и в конце концов мы нигде не можем скрыть ее слезы, которые она почувствовала сама. И это сердце, это любовь. И ты сказала сегодня, что я не хочу сегодня ничего показывать, никакие верхние ноты, ничего. Я хочу сегодня просто быть самим собой и спеть. И это очень приятно тебя смотреть таким, каким ты была сегодня. Браво. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую. Вы побачили 2 выступы Олесі. И теперь точно знаете, что робити. Правильно, телефонувати на номер 0900-902-009 або надсилати смс із текстом 09 на номер 7766. Підтримати свою фаворитку і дати їй дорогу до великого фіналу ви зможете щойно, я оголошу, що лінії для голосування відкриті. Олеся, я вірю, що все буде добре. Це була Олеся Матакова. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.